Сейчас сквозной проезд между улицами Панова и Ярошевского – просто мечта автомобилиста. И не скажешь, что раньше эта улочка доставляла жителям немало хлопот. Да, приходилось носом грести, как трактору самому. Когда особенно снегопад пройдет с утра, это было прям проблемно. Сейчас состояние стало отличное, и проблем с чисткой зимой не будет, и, соответственно, будет легче разъезжаться. Дыры, ну, невозможно было проехать по двору на машине, дети падали, везде была щебенка, грязь, в общем, ужасно было. Сделано, спасибо большое, все ровненько, аккуратненько, красиво, можете как бы сами посмотреть. На внутриквартальной дороге в течение месяца трудилась бригада из 10 человек и несколько единиц спецтехники. Асфальтоукладчик, 4 катка, КАМАЗы. Рабочие по ночам не шумели, жителям не мешали. Всего на участке заменили 2500 квадратных метров асфальта и 800 погонных метров бортового камня. После работ лабораторные испытания показали. Качество соответствует ГОСТу. Подрядной организации нареканий нет. Согласно муниципального контракта, они выполнили все работы. Данный участок был выбран не случайно. Был включен в адресный перечень ремонта дорог в 2016 году после многочисленных обращений жителей в городскую и районную власть. Просьба выполнена, и теперь жители с удовольствием гуляют и ездят по новой дороге. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.